открывает вышку сверху, и там уже находишься ближе к Рошану, там уже большое количество ауры, это Рошан очень быстро забирается, поэтому сейчас гладиаторы в таком легком плюсе. Райдинг практически всегда, мне кажется, самая удобная сторона, как и во всех патчах, знаешь, вот, мне кажется, в старых только патчах, где Рошан был на стороне, похоже, драк сейчас быстренько на дурачи, его здесь стерли, его малыш, малыш вышку пришел бить. Малыш, куда ж ты, малыш? На шарды наступил. Да, да, куда ж ты, малыш, вообще? Просто не вместе вообще, до форстафа вообще нет смысла выходить на пуштуров. Так вот, сторона Дайра, мне кажется, она была сильна только, когда Рошан был на стороне Дайра. Вообще, да. Если вспомнить большую часть The International, многие команды, они любили Radiant. Выехали, выехали. А чем его забирать? Рор Бестмастера? Мы там Бестмастера только, да. Мастеру. Заходим, мужики. Только день. Если он успеет вертушку нажать. Работаем демджем. Демджа очень, ребят, много. Он старается что-либо сделать, но не получается. Приходит его спирит нападать на Марси, и Марси падает. Да, она уже никуда не уходит. Эфтелингерам тоже стоит задуматься о том, чтобы просто... У Бестмастера, Псейн Ликан вообще на втором месте, как у него все было, да, плохо на старте, и как сейчас Клауд вырвался в плане Нетворса, на 1200 опережает. Драчье! Будет ли фрейф? Ну не, не, далеко. Далеко, Йонду надо, надо продавать. Продавать, продавать нужно. Йонду здесь уже не отпускают. Хотя Вайпер подходит, и Сайпер можно до конца добить, было неплохо. И Блэк Архангел своей жизнью. Надо было продавать, продавать Маник, всяко. Маник тоже, все в булдауне. Да, да, да. Надо продавать, продавать не так плохо, да. Да, но снайпер очень далеко. Он не успевает. Там, да, там цепешится Вивер, там мы видим то, что уже начинает бежать Бестмастер, но уже все, уже они опоздали. Шапнель, они только-только сейчас полетит, Джуки уже потрачены, помогает даже быстрее забрать Рошана. Вивер успевает ли? Нет, Маник крадет Аегис, Вивер там таймор связает, Блэк Архангел должны забивать. Хороший Соник Вейв под всем персонажем, и можно драться даже с Аегисом. Минус 2. Минус 3. Минус 3. Молодцы для уников. Им сейчас нельзя холдиться. Им нельзя позволять так вот себе. Аегис есть. Есть Аегис у Эдспирита. Можно с этим Аегисом подраться. 2.5 минуты еще. Он не потерял. Да. И сейчас ситуация вообще шикарная для уников. Так-то вот стоит снайпер, вот ты его видишь, иди пятером. Пятером нужно идти. Они вдвоем пошли. Там Волк заходит, конечно, и он здесь не знает зачем. Не знает, зачем они сделали это вдвоем. Блэк Архангел еще умирает. Но тут идея все должны ложиться, потому что в спину его зашел Волк. Марси тоже двух суппортов здесь похоронили. Войт Спирит живет. Войт Спирит. У него есть Джиггернаут умирает. Но тут минус Бестмастер, еще одного будет догонять. По идее, должны идти. Клауд уже трипл килл на своем волке делает. Но у него сейчас закончится этот волк. Ну, еще Весел один. Еще один Весел. А, Маник, да. Маник старается уйти. Шикарно, Маник. Ай-яй-яй, ошибка от Тофф, он мог повесить весь сел на Вейтспирит и просто его добить, но в итоге его добивает Кинг оф Пейн, в принципе, тоже хорошо, врывается Йонт, работает по Кинг оф Пейн, и Кинг оф Пейн за это, естественно, поплатится. Уже основной таймер закончится у нас, и если он будет быстрый, то под дабл дэмэдж будет очень уверенно. Копы, отлично, все. Там есть, по-моему, Шарт, Блейд, КСНч и минус Йонт, минус Волк. Хорошо, ребят, бежать, 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 Маник, бежать, Рим. Молодцы, молодцы, тут рефицер набегает, Войспирит пытается уйти, но Коткин в Пейнович должен убежать, просто потому что у тебя там два стелстепа, а у него блинку будет очень-очень. Они дальше за ней пойдут, у него же нет ничего, они просто пойдут и под тир 4 месить. Порты, папа, без зря. Главное, что снайпер живет, главное, что снайпер у нас далеко не зашел. У нас по итогу забирает Queen of Pain, но снайпер по-прежнему на позиции, у него есть дабл демедж, очень хорошо наваливает. Они забирают Таска с байбэга, это, кстати, очень хорошо, потому что Таск здесь герой, который на очень много способен повлиять на бизнес, ему это будет сделать крайне сложно. Десятый с конца. И... Арамп пойдет? Без КП. Драка шикарнейшая для гладиаторов. Они сейчас побьют немножечко, да? Там появится герой. Опа, и Джиггернаут, который поставился под снайпер с дабл демеджем. И Джиггернаут без ОВК. Да, снайпер уже без дабл демеджа. Очень с ультимейта прыгать, да? Потому что без мастера постоянно. Так, нападение. Это Марс. Феллари уходит. И на разворот сейчас можно кого-то здесь. Минус 2 астрал степа у Войтспирит. Опа! Нет, ушла. Уходит. Отлично еще. Здесь колечко, минус свой спирит. Легко. Марси, как же он живет здесь? Как же он байтит? Постоянно на лоу хп каких-то уходит. Ну и снайпер, конечно, уже с бешеным демжем под изолятором. Здесь расстреливает Блэк Архангел, тоже не отпустит, не успеет он отсюда. Хотя успевает снайпер, перестал от него стрелять, потому что заряжался снайпер другого персонажа. Забираю здесь и... Лайнарис, мы работаем. Ну-ка, Барак, живи, Queen of Pain работает, Барак, регенит изо всех сил. Ошибся, Ликан, нужно было Ранджо, Барак бить. Вот, Барак живет, там, ребятки, делают редкий выпад находит Вивера. Макс в очередной раз, он планирует, по Queen of Pain далеко, поэтому нужно быть аккуратным. Нужно
себя аккуратно. Снайпер снова очень хорошая позиция, он стреляет, никто до него не может добраться. И в этот момент у него в этот раз имеется Локинг Бар, поэтому Спирит ему вообще ничего не может предъявить. У Джаггернаута слишком мало Некроса, 17к против 12, и Джаггернаут вместе со своей командой стараются убежать под фонтан. Можно ГГ писать, да.